На третьей фазе. Убить Джайну. Не стоять под лучом натиск, съебаться от нее нахуй к сейф-зоне. Сейф-зона там, где череп. Не ловить ледяные шары. Вернуться, снова убить Джайну. Дает метки склепы. Разбить склепы, свищнуться быстро максимально. Склепы будут за черепом, за тем местом, где мы портаемся. Начинается каст ужаса. Каст купола. Каст гнева, как его еще называют. Вообще он называется каст гнева. Вот она кастует гнев, значит на гневе нужно съебаться на край. И смотреть, где появятся шипы. Шпаг бегается в центре, спиной к конденсаторам, которые сзади стоят, ледышки 4. Повернешься лицом, словишь хоррор. Забежишь в купол, сдохнешь. Словишь шип, выкинет в купол, сдохнешь. Потом начинается последняя перефаза, она самонит мобов, мобов заливать в ауе быстро. Все те же самые касты, как и на предыдущей перефазе, плюс сбитие кастов у копий. Также отходить на лучи, отходить на натиски, свичиться в глыбы. По поводу кто где стоит. Пиха. Квадрат, разбежались сразу. Рыбу дай. Сначала разбежитесь, потом приведите. Пиха квадрат, Мурлок квадрат, Кибердевка квадрат. А, я в драконе по гости. Это малоебущий фактор. Пека тоже квадрат. Нахуй ты оказался в драконе по гости, блять, Антоха, когда я объясняю тактику? Полетел фестик сдавать, ебаный, охуенно, блять. Че вы, блять, хихи давите, дебилы? Дебилами растете. Свое время не жалеете, чужое не жалеете, блять. Финмас в кресте, полироль в кресте. Волкана в кресте. В черепе Дерби, в черепе Урсу. В черепе Сники. В луне Куки, Сукубик, Бэдлол. И что такое хил? Сейф-зон нет, поэтому вы двигаетесь. Кого еще забыл? Настю забыл, по-моему, да, Мария? Нет, Мария, понял? Какая метка, ты говорил сейчас? Ты луна. Понял. Маринка. Маринка на кресте. Макса я забыл, да? Нет. Макс тоже уходишь на крест. Сюда где хпал. Нет. Рыбу ставлю. Я буду тогда вольный художник. Назар, там один единственный каст у копий. Который кастуется на третьей фазе, там все копии будут кастовать. Один единственный каст, он сбивается. Лёха, теперь нету сейф-зон. Сейф-зон нету, каст долгий. Долгий каст, времени вагон отойти влево-вправо, не словить луч в ебало и не улететь. А можно крик на А, пожалуйста? Ой, на ХП. Мурлок, выбирай. Чё? Косноязычие или стихийка? Один другой, у меня на фоне 15% набор. Мало ебущий фактор. Точно не огонь. Значит, косноязычие, а Маринка будет стихийку держать. Так нет, не косноязычие, то есть не. Ну, значит, ты стихийку держишь. Я тебе сказал, у тебя два варианта, третьего не будет. Вы же не будете. Паша, на перезаходе кидать. На второй не нужно кидать. Да, я гружусь. На первый не нужно, на второй не нужно, на третий нужно. Стихийку? Косноязычие. На второй, на второй можешь не кидать, без разницы, что? Это... На какой фазе сбивать косты? На второй ведь? На третий. Какие? Ады. Тёлки будут кастовать шары, им сбивать. Вообще на пол. Спасибо. Стой, стой, Паша, нет. Мы в три танка? Да. Шаря, то есть будет водить Адика и танчить Джайну? Или я кто?
Присты баснуть, пожалуйста. Ты будешь водить Адика. Наверное. Подожди, а как мы в прошлый раз делали? Мы в прошлый раз. Ну да, мы четыре бегали, потому что ты не хотел, чтобы один из нас водил и так. Давай попробуем. Шаря поводит Адика и потанчит Джайну. На пулы Джайны в Шарю. На Джайне ДПС не накручивать, сорвете, будет минус ебало. Минус ебало будет равно ГП. Шарь, мой первый, твой второй. Запускаю. Полик, у тебя аура от огня стоит? Средоточие. Ну, я первый сдам мастера. Потом с меню поставишь огонь, сдашь ему, когда будет коллапс. Ставлю метку на вара. Танкуешь. Не там, где ты стоишь, вот здесь вот. Здесь вот танкуешь, где-то Адика. Закрывается портал справа, слева от тебя, ты просто перебегаешь насквозь через нее, на другую сторону становишься осадовым. То, что не у всех 40 КХБ, это ничего? Ну, видимо, сейчас докинут усилки, я, допустим, еще не раскидывал. То, что ненормальная сфрата, а конченая 50%. Если там алхимка, в принципе, похуй. Нурлок, ты помнишь, да, что будет минус ебало и 300 ГП? Паш, ну как сказать? ДКшника буду видеть. Просто сейчас появится ад, и у него не будет времени стоять убивать на меня агро. Его будет следующий ад, так что будет. Большого ада бить не нужно, большой ад бьется только кливами, убивается РДшник, кажется. Ну, мы смотрим. Мелкого ада с шари заталанить. Ты можешь, в принципе, на него гилку кинуть или кинуть на банку гилку, в принципе, без разницы. Осторожно, не слейте большого ада раньше времени. Веди. Уводи. Аду не бить, дайте ему дойти. Легко не сорву, наверное, с тебя мелкого. Чё, давай, наверное, этого заберу. А ты следующий. Так что ты сильно урона не получил. Но как только твой появится, ты его берешь и идешь собирать. Они сейчас пропадают быстро. Лёш, отведи его немного. На семье слишком плевают. Шторм разошлись 15 секунд. Не-не-не, ты там стоишь с мобами, мне тебе не нужно никуда убегать, ты прям с ними там стоишь. Он проведет, он сейчас заберет нужное количество стаков, ты переводишь адов на другую сторону. А вот второй ад здесь явно нахуй сейчас. Да там нормально, Шальков, мы поделимся. Ну, блядь, дольше собираем, Лёв, дольше скрываем. Они, блин, собираются. Я знаю. Переводи мелкий трэш на другую сторону вместе с остальным рейдом. Пришли. Шарь, собирай там пару шаров, валяется. Я забираю тебя, ада. Кучнее, в танковую метку видите? Совы, деревья, алё.
уже свечьте с моего лада. Расходимся. Расходимся. РТГ бьют большого, 10 секунд шторм. Ага. Заклить большого. Большого, который смеет с черепа. Ну, портала. Ханта, бля, похибли тебя? Спасибо. Заливаем аду. Макс, закинь, что такое хиллинер, финма с пиху. Макс, дай БР по нипочу. Я залагал. Там всех профризило сейчас. 15 свистнули. Чё с БР, Макс? Дайте, пожалуйста, по бослопате боб сейчас. Но уже не надо. Прожали. О, хорош, пролетел. Поднимаю ханта. Не было чего, макроса на панели, блять. На каст купола. Хуёво, что не было. Луч. Луч. Плавень вынести. Кальцеру терпи. Плавень вынести, блять, не ждать. Полчаса бы еще с ним постоял, потом блинканул. Максу нужен будет БР. Бессу? Да. Луч. Не встань, после луча и встанешь. Выношу. Вынесли плавень, бедлол по маринке. Вы не закрыли эту хуйню, блядь. Ну, естественно, все здесь. Так, ладно, понятно. В пизду падаем. Если четвером стояли, что это хуйни, не? Там, короче... Там другой не закрыли. Вань, номер, ты не ушел еще? По-моему, это шаришек был, блядь. Падаем. Пиха, там, где мы были, да, нам... Нас стояло четверо. Может быть. Вы сейчас не кидали косноязычие на первой фазе? Вот здесь слева не закрыли. Там танк, по-моему, бегал с плавнем и выбежал потом с круга, блядь. Так. Товарищ Лаки Галаран. Лифт сюда. Пека, у тебя появится кнопка на этом касте, или ты тоже отправляешься в Галаран? Шкаф.
ассист. Я даже, наверное, не бедлив, наверное, инспектор. Плюс один РДДшник. Проще будет. Каска есть на ХП? 36 КХП. Потенциальный труп. Каска, кстати. После БР она мне было все, кроме каски. Полик и Космо на касках. В тот момент именно Полик тебе не дал. Есть. Полик Рок есть. Ну, чё, Полика чё? Два танка умирают, он был. Лёв. А что? Три. Да. Поставить четвертого. Не, нормально все. Типа, Шаря не идет закрывать порталы, не лутает лишний урон, и у него все. Поехали, усилки раскидывали. Верчай запускаю. Сопротив есть кого? Фин, Мас! Я дам за 400 лилды. Не спать. Нет. Там Коку хочешь сопрот у тебя купить. Обмен? Там Монг демпингует. 399. 398. 99. О, а чё вы меня планируете? Покупаете там между собой, блядь. Спасибо, мне на халяву подогнали. Взяли, сломали Совет бизнес. Фильм с самой дешевой глазки. А помимо меня, надо у Финуса кто-нибудь брал когда-нибудь в глазки? Нет. Нет. Я нет. Брал, когда он еще не знал, что они повысились по цене. Я брал, он мне знаешь, что потом написал на почту. Гони, блядь, не столько-то, столько-то голды. Разница. Знаешь, как Полик объегорил в свое время бедную сову? Помнишь? Он изменился! Кто? Полироль. Нихуя он не изменился. Взял, развел сову на бабки. Так надо Полику руку пожать. Когда было иначе? Оли! Не отвлекаем, хилит. Ты изменился же? Может, и начинать расходиться. 15 секунд шторм. Я уже приготовил кнопку КП для белки. На мне триада. Знаю.
Сбежали, залили нахуй все это. Сейчас я попробую с тебя сорвать, но что-то они, по-моему, не хотят. Случайно. Раньше времени не слейте. Хиллинер, пин вас в пиху. Шторм разошлись. Я сейчас скину за мной шторм. После шторма не кливайте, дайте ему собрать, увести адов, потом будете сливать, там, в принципе, быстро, 2 секунды. Сбежались. Уводи их сразу, в принципе, даже, наверное. Адов переводят, мирезона переходит, все на команды висят, переходят. По аду играем больше. Еще 4 шравляется. Да не получится. Или получится. Так. Не, хуйня идея, давай не надо. Один стак. Ну отлично, сразу два портала. Пиздец, я вижу на третьем портале. Свистно. Да, конечно. Опа, погиб. Заберите его. Паша. Бэдлоу, КД? У меня нету его, блять, забагалось, кто-то с рейда ливнул. Я его не вижу вообще. Чего лупите? Лэш таргет без лопата. Что? А меня кто-то из хилов видит? Видит, могу. Дайте довести. Залили, закрыли. Все в кучу собрали. Старя подбегли. По моим ощущениям, там где стоит куки, нихуя не хватает людей.
Очень. Мне нужна каска и полик, я сейчас выношу аккурат. Хорош. А с блоком закрыл снимки? Луч. Я дал лопат. Я дал тебе. Полик, в отличие от Вара, у меня на дроиде забито стоим. Соло закрою. Не подходи. Кого-то поднять? А, Полика, собственно, подыму. Ну да. Полик, встанешь после хуйни? Инера нет. Да. Высусь. И кидай именно. Луч. Вынесли. Выношу. Не я. Закрыть. Полик, ставь огонь. Похилить его не? Не? Не к нему было, Паша? Ты что там рядом стоишь? Ты? Закрыли. Подымать. Бедлола, наверное, у него есть. Ну, Бедлола. Вообще, если мы сейчас продолжим в том же духе, я буду просто вам за спешки вешать. Ну, вот. Давай. Глубоко поебав за... От чего вы стукли? Приставай. Охуенно. Соло, 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 Серег, ну зря. Ой, Вар, забери, пожалуйста, я побоялся за шар. Луч. Пять стаков шоу я отдал. Да там. Не закрою один. Больно. 3%, пожалуйста. Что, у нас мастер ауры кончились, все? Луч. Вроде да. Шарю отъебало. У меня сейчас есть. Полик, убери с огня, космо поставь огонь. Все, не будет. Не будет коллапса. Начнем кастить. Переходим сразу. Баба с лопати. Есть БР? Бэдлола, может? Там Блэкбери, по-моему, поднимал. Нет? Хуёво, раскидывайте. Мурлок, у тебя СС в КД? КД. Марин. Есть гимн. Я залью. Пихи, я тогда хилу залью. Я очень люблю пиху. Значит, два танка, все, тихо. Вальчик, Вальчик, иди к ДКшнику, ты направляешь. Говно из рейда, вынести. Стоишь слева, справа от ДК и ждешь. Копия. Луча.
вынести луч. На льду только не сто бьет больно. Дойдет. Натиск. По центру не стоять, шары не ловить. Как метки. Кто-нибудь шадов ламаз дайте. Разбить. Добить остальные метки быстрее. Копи. Блять. Потрачено просто. Кстати, глыбы резонируют? Нет. Метки. Давай в кучу снесем и просто разъебем их. Точку одну снесли, старались поближе друг к другу. Бьют? Умеют. Луч. Ну да, чтобы их быстро разбить, нужно, блядь, чтобы милики и баумфол не лежали. Забыл про это условие. Резонирует, значит, все-таки. Гнев. Ну чё, блядь, там вся милипачка ебальником в пол лежит, блядь. Два человека живые. Максим, сколько ДБР? У меня эффекты понижены, сори. Шейп? Шейп? Я не знаю, нахуй примеру. Шейп? Эффекты понижены, ты не видишь под ногами кружочек? Да, когда эффекты понижены, я не лагаю от сов. То есть это против. Одноразовый шаман до вот этой вот, до первого купола, да? Все, это невозможно. Просто все сил, блин. Давай, сошло. Я не знаю, как умирать, просто изичный плюс. Че, выебаемся, да? Да. Да. Честно, я бы спросил, как я умер. Ну вот, Лёш, то же самое было. Ты из-за сов, типа, приходится отключать эту хуйню. Я просто не знаю, как я умер. Ебало в говне. Когда чуть-чуть понизишь. Да, я думаю, это уже хорошее. Так, снимать можно уже, да? Да, можно. Все, я спокоен, я спокоен. Шип-шип, какой человек ливнул с рейда? Не знаю, мне тоже интересно, что за пидор мы. Да хуй его, когда багается отбор. Паш, ты соло метёр, что ли, закрывал? Мы только вдвоём, мы только вдвоём с Аней метёр закрывали. Больше никто не подбежал, он упал, и мы сдохли. Почему у вас такие проблемы, блять, вот на этой метке? Вас там стоять должно. Кто стоит в квадрате? Давайте, плюсик. Будем считать на пальцах. В квадрате я. В квадрате. Так, мы там не помирали. Там в той Паша, стороне в квадрате, было. В квадрате был с другой стороны. Алло. Хорошо, в луне. Говорил. Паш, тут еще был один круг, и тут еще был один круг, а там два было, и просто там на вот сюда подбежало три человека, те убежали в ту сторону, а мы с Санькой тут остались, все. Если вы миликами видите, что вот здесь вот, допустим, нет круга вдалеке, и он вблизи, и сюда подойдут РДДшники, закроют его, подойдут с черепа РДДшники, закроют, что мы, в принципе, и делали, вы ебашите туда, куда вы можете максимально добежать.
видя там, где нужно закрыть. Кто ну, это? Еще. Вот я еще не так написал, кто это. Если вы вдвоем закрываете, нахрен выбежите. Марин, шкаф. Мне все не надо, отбой. Если вам третьего не хватает, выбежите один. Пускай один умрет, а один останется живой. Гениально. Как показал практика, скилловый мах или скилловое ШП может закрывать ёбаный кружочек соло. Это да. Ну, понятно. Мне просто Саню жалко стало, вот я и с ним. Да Саня сдох от того, что, блядь, его не похилили. Чё жалко-то? Птичку жалко. Саню жалко. Не плавень, а кто он там? Ну потому что просто Паша меня... чё поперебагалась нахуй просто. Ну просто пор. Меня тупо дал. А чё Паша тут, блядь, рядом Лёша стоит, рядом Настя стоит. Чё замыкать всё на одном Паше? Ты думаешь, у них не перебагалось? Меня Уду уебнулось, у меня там нихуя непонятно было. Когда этот пидор ливнул. Олик. Садись пить. А кто ливнул-то? Лок. Покупатель. А этот, блядь, покупатель, ну... Он покупался, по-моему. Шаря без звука. Поехали. Сейчас я увижу пол маны на пихе, не то что он жрет хотя бы. А зачем нам 40 хп здесь? 40. А чтобы в жопу не ебало на метеоре. Блин. На самом деле, когда живая бомба, она очень больно херачит. И какой-то дебаф от живой бомбы висит, что он дает? Периодически урон. Какой дебаф от живой бомбы? Вот ты вынес, ну то есть ее взорвалась, блядь, отдельно от всех, и дебаф висит, бля. Если вторая на тебе кинулась, вот два дебафа. Мне Финмаца жал. Да нет, там от бомбы вешается тоже. От взрывоопасно? Угу. Да. Плюс 100 магического урона только. То есть ты не переживешь коллапс этой хуйней, да? Да. Переживешь, если у тебя есть сопрот. А вот если ты с диким пламенем будешь, то проси зубы в ДЦ, жми прожимки медведя. Прыгай в нишку. Я-то понятно, что я буду максимум. Надо задумываюсь, кого мне хочется больше убить. Вас? Или Рейтлоки Гер? Солярий, логически. Сложный вопрос, не могу выбрать. Разошлись. 12. Что за пиздатый упорный? А мы киляем корни. Там за спиной сфера.
Да я стараюсь не бить яда всем. Шторм 15 секунд. Разошлись. Банк, ты как раз там доберешь сейчас? Ну или лучше после шторма? Лучше после шторма. Дерево. Я начинаю ощущать себя кроликом Роджером, как ты делаешь. 15. А я начинаю ненавидеть новый ДБМ. Я пытаюсь увидеть тот признатый кружочек, который должен быть в душе. Прибегай. Переходим с мобами. Танком. Печеньку видите? Она есть. Угу. Да, успею до шторма. Хорошо, собирай. Убивается больше. Саря. Да. Расходимся и подбиваем. Разошлись. Фин на пиху, Макс, кто такой хил? Я пиху, чейс. Что, у него не идет касло победит? Чародейский сокрушитель. Жалко, Сань. Да, Диджайл. Уничтожитель. Не добивай. И его добивает шторм. Вода свич на ли. Перефаза фильма сможешь не убивать. Максим, БР, дай по ханту. Валяется там, где череп, где портал. Марин, дай я покушать. После купола рибав по ханту. Луч. Вынесли. Метеора. Луч. Беги, малышка, беги. Вынесли. Память. Спасай сову. Че спасать-то, блять? Ой. Остальные как сдохли, ты завис. Говори. Никого не раствайте нахуй. Поехали смотреть. Просто стоит посты. Лучи, я не понимаю. Горящая земля. Ну вот эта лужа, которая остается. Почему ну, туда немного сдох, когда она ползла? Ну, на ней просто не надо стоять. Что, тут есть миники, которые не убивали, что ли? Дикое пламя.
Нет. Снято мне дохнуть, не давали. Так и дохнут вот кто на горящей земле, ТЦ. ТЦ странно вообще. Дикое пламя. Затикало покупки. Испытывает огневорот. Это все, если в канале нужен молоток, в котором пиздить по голове. Вся помощь, которая нужна. Наверное, не в канале. Расскажите мне, пожалуйста, уважаемая метка Луны, почему у вас, блять, постоянно ебаные проблемы? Настя, почему ты сейчас сдохла на луже? Залили сейф-зону? Вроде бы нет. Если убиваете. Хотели спать уйти? Нет, Оля, нет. Я просто спал 3 часа. В чем проблема вынести плавень вот сюда, блять, вот сюда, вот сюда? В чем проблема? Не вот сюда, блядь, не сюда. Максимально далеко, насколько вы можете. Но падает шар. Ты отходишь от лужи, которую, на которой тебя в принципе не должно быть, становишься рядом с ней. Смотришь, если он пополз, куда он поползет. Запускаю. Бля, зачем? Крик на хп можно? Уже. Спасибо. Дима. Я тут. Я не тут. Если вайпнемся, потом я зайду, потому что не могу уже, Паш, терпеть. Димка, привыкай. Заберут в армию, там вообще... Не. Мне не такой длинный, чтоб на узел завязывать. Слышишь, этот болезненный на шамане. Да пока они базарят, мог бы уже поссать. Не-не, там долго будет. Да я не могу, Лёв, блядь. Ты в ДДш здесь. Пожалуйста, а здравствуйте. Пихи нету. Пихо улетел, какая прелесть. Он тогда может диван сразу. Явится. Да в жертву принесем его. Все, в жертву, блядь, он. Так, не здесь, диван сразу давай. Вот я тогда пошел. Иди, да. Дим, бегом. Тихо. Да, я тебе кричал и не слышал. У тебя хомяки кабель перегрызли? Нет, у нас просто пиздец начался по погоде.
Снимай диван. Нет. Встали, прибежали. Там, когда мы срезали. Ну, долго валяться буду. Финмас. Я виновный, я же написал. Паша, быстрее, пожалуйста. Все у нас, все, ластрай. Да. Сейчас быстро обосрёмся и пойдём спать. Нельзя обосраться. Ладно, нельзя. Вот консервы, я не могу следить за всеми плаваниями, где каждый человек разливает. Да, нереально. Ты что так стоишь в центре и смотришь, не бьешь? Я могу, в принципе, просто к себе всех инвалидов забрать потенциально. Но видишь, как показывает практика, их вроде бы ты знаешь, кто может облажаться, а облажают другие. Же обплюешься, если всех инвалидов заберешь. Нет. Ты знаешь, как действенно, ты прям видишь, что на нем метка, начинаешь ему орать. Мотивирует. А сейчас слева вот последний, не который вайп драйв, этот трайк, а предыдущий трайк, кто слева закрывал со мной? Тоже с диким пламенем выбегал. Никак он. С диким пламенем вы можете все равно встать один с одной стороны. Да, да, я встал слева на краю, а он забежал и, бля, встал ко мне, бля. И мы вдвоем, бля, встали, ебанулись друг друга. Кто-то слева тоже выбегал с этой хуйни. Не, мы втроем были, но вас убил этот пламень. Я не умер, мне похуй. Просто я встал на край, блядь, и он прибегает ко мне. Я думал, он на той стороне встанет. Давай так, будем резиститься, исходя из того, что у ШП должен быть IQ выше Аладуха. Макс. Макс, наверное. Куки. Ром, идешь на точку черепа, на портал, а я встану сюда на него. Напоминаю, ШП может закрыть через
один метеор у Солянова. Намекаю. Олька, ты услышала? Не слышала. Вот, хорошо. Серега, надеюсь, тоже проснулся, услышал. Я не могу заговорить, я вот. Джакарта. А что надо сделать? Можно я спрыгну с обрыва? Пожалуйста. Нет. Я готов ГП впитать. Нет. Уходи. Таунт, КД. На пул тоже. Финнс, давай повернем ханта. Вдруг он нам все-таки пригодится. Да. Просто не понимаю, как. Десять секунд, что-то нужно сделать. А он его бафнул? Я лапу дал ему, а там... Сбежались, тюленчики. Трэшем съебались нахуй на другую сторону вместе с танком. Понимаю, его даже вообще не трогал. У вас там шарил. Поэтому это произошло. Да не, его даже кливом не задевал этого моба. Он пришел ема. Чего-чего? Это струна. Да. Пришел подбейте 12. Не. Хорош весь. Спихи залей. Ну и потом можешь бернуть духо заодно. Отстав. Финмас. Ай! Угадай, что нужно сделать? Я дал лапу, я ада залил, блядь. У него ж КД. А у кого не КД? Он ханта поднимал, алло, пьем. Тогда Максим поднимай. Так, так. Там на одном пятнашке. КД там. Сейчас впереди. Все забрал. Давай. У тебя есть два варианта. Дождаться. Гимн там разошлись. О. Зачем расходиться? Мы закрыты так. По меткам, Лёва, зачем по меткам расходиться? Чтобы потом не бегать, чтобы так я сразу после ебанул. Убить сначала. А РДшникам мешает, думаешь, бить? Да. Нажали. Когда ж третий бэш? Мишка мертвый. Каску поваром. Видимо, мешает убить.
Вообще я слышал, если тебя кинуть за хил перед кастом, то не дохнешь. Вот не точно. Минус два танка. Шарю можно похилить, в принципе, было. Я там до хера стаков был уже. Деревца, деревца. Что по третьему БР? Шивы. А как ты думаешь, Шаря встал первый раз? На первый не раз? Знаю, а почему Шаря... А, ну понятно, ладно. Так понял. Походу, я вот тут пожизненно буду полики, блядь, или Тимур. Я могу на Тимура зайти просто, блядь, ебать мозг. На пихи дебаф осторожно. Значит, пихи пизда, либо пихи нужны зубы. Пеннон с него надо кастовать вот сейчас прям. Пихи похуй, отъебитесь. Пока не забираем. То есть, да... Ладно. Луч. Пожалуйста. Спектр, скинь агро. Сидите хорошенько, прожим. Лучше. Кружок прожим огни. Варчик, стой ближе к трону, там хп. Олик, ставь шадо. Ой, блять, огонь. Попал, скорее ушли оттуда, говно не ловим. Ой, после коллапса. Финна с агро. Луч инста. Не подходите. Плавень занесли. Поставь огонь. Соло. Соло, уйди. Хуй его знает, кому говорили. Вы, блядь, при каждом сокрытии ловите ёбаный дебаф, повышающий по вам же следующий. Давайте ёбаный метеор. Не умрем на куполе, и нормально будет всё. Мне через минуту. Не советую умирать на куполе. Капитально не советую вообще сейчас умирать. Форин, закинь на войда. Ады без мана. Гимн. Все три гимна в КД, все четыре? Не КД. Киньте салю Финмаса, маг, сбрось агро. 85. Копия не сбрасывает агро, а только замораживает. Луч. Блять, у меня уже голос нахуй просто сел. Подвиньтесь, возможно, достанет. Хорошо, вернулись на место. Не выносите, хилим. Лед не выглядите. Что же, мозгов хватит. Метки на край. Не в кучу с рейнджой, с небольшой рейнджой. Залить. Лучше осторожно. Обязательно сделайте сейчас ретаун. Сейчас. Прохиливаем, не выносим ничего никуда. Там кривые, кривой лед лежит.
Я, кстати, не вижу этот луч. У меня низкий вид. Еще один луч. Сейчас посмотрим, куда пойдет. Нормально. Встаньте. Сдвиньтесь. Встаньте по правой стороне. Мурлок топ-1. 23 секунды до гнева. Метки на край, метки залить, потом гнев быстрее. Ушли все нахуй от нее. Слить метки. Еще быстрее. На край. Гнев. Не спешим. Осторожно, не улетите на шипах. Вот резать, нет? Не отстаем. Да, он будет банку резать. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. По мне не смотрите, я стою до костовую. Чуть назад можно отойти. А вот и... Что, блять? Потраченная пиха. Баслопат, наверное. Держу в курсе до шипов. Там кружочек под жопой появляется, пинает тебя. До шипов. Да, до шипов. Пох потом гляну. Я потом расскажу, как ранжал этих шипов работает. Да, хорошо. Урезать. Они толще, чем анимация. Со льда аккуратно. Вас лопатку поднимай. Залили весь трэш. Пиху вакните. Трэш в кучу залить, копия закрыть, мелизона. Настя, дай просто. Ледяному образу каз сбивать. Луч. Прохиливаем. А луч не вынести аккуратно. Саня, сбрось. Еще один образ. Луч. Охуеть, сейчас лучи сделали. Натиск. Это невозможно. Смотри, упоротый. Ну это Космо по-любому виноват. Сука, блядь! Кто это там? Да это у нас в рейде есть. Парень. Это Космо. Он включает все подряд, да? Ну у него шутки, но прикольные есть такие. Прикольно. Запись. Тихо, теперь объясняю тебе. Смотри внимательно, стоит жопа медведя, да? Жопа медведя — это луч, который бежит за тобой. Вот если ты вот на таком стоять, говори жопа медведя. Если ты вот на таком от него расстоянии, он тебе уже пизды дает. Нет, ты, кстати, не совсем прав. Задний, который догоняет, у него задний хитбокс так себе. Больше у него хитбокс больше вперед, ну, на да, движение. Да. У переднего, минус, следовательно, да, на опережение. То есть на передний луч ты можешь вообще на него, блядь, забежать, он тебя не продамажит. А вот задний тебя догонит. Есть такое, да. Поэтому он бегает обычно по центру. Пушки. Помойка. Ну почему помойка? Ууу, неплохо. Нет. Грота вообще нормальная. Че, ГЦ Мурлока, да? Нет. Целый, есть,
Ну, толка мусор. Штаны. Ну, штаны он Лёха сейчас осчастливится. Так, поехали. Из рейда не выходим пока. Так, сколько там получается? 2 400 и 2 800. Забудьте поезд сдать. Так, поехали. Товарищ, что такое, что-то там? Болезненный обмен. Писать ушел с дома. Ну шо? Так. Демократическая поебота. Поехали. Было порофлим? Космошо. Ну её апнули, что ли? На спец была. Жирот не ролит. Бурсовых классов. Вроде апли. Ты не ролишь или вот? О, ты нас выиграл, да? Без СПД была, ну не 1124 было. 1124 было. Нет, там 800 с чем-то, 862 что было, что-то такое. Было 1250, Паша. Ну там КД у меня. Пешка 800 с чем. Ну, понял. То есть ты ее забираешь, Паша? Да, не знаю, но она лучше, чем, блядь, СРСК. Но она прожима... она прожимная. 45 секунд, когда. Прожимать еще одну кнопку Финус. Ты запутаешься. Ага. Шутки шутками, а совам 4 скилла новых добавили в Т5. Держу в курсе. Есть какие-то там... Давай, речь, забираешь, не забираешь, решай. Паша, Финма, забирай. Я не переживу, блядь, если ты не заберешь. Честно, я бы на сову не забрал ее. Да, он на сову. На самом деле, в китрине лучше, потому что ты ее можешь под прок отдать полностью. Или под нужный тебе этот каст. Да, в принципе, но... Под Starflow чисто. Просто пятёж убейте. Паша, ты будешь ее забирать или нет? Тестить, парни, я хуй. Пожалуйста. Скорее всего, да, потому что прожимная под прок. Паша, Паша, пожалей. Короче, заберешь. Протестишь, посмотришь перед сном. Пишешь. Маунт, рольте. О. Ебать, да ну нахуй. Я что, его законно сролил? Нет. Обмен, да? Господи. Я тебя буду называть девочка, нет. Тебя. Помню, когда был рейд, где мало человека его ролило. Либо Паша решил его просто отдать. Я понял, сейчас давай, пошли релогаться.